Хипикайо, товарищи. Ванчжанхао, пеньоумэн. Наверное, и так надо познакомиться по-китайски, да? С вами черный археолог, белого кожего цвета. Здесь я должно быть и найду Мэйинга. Который решил разрушить один из китайских замков. А почему бы в конце концов и нет, да? Чё бы мы еще не разрушили? Собственно, лучше напишите, а что хоть осталось из того, что посещал наш Инди Джонс? Может, университет, в котором он учился? Да нет, он тоже уничтожен. Вот, насколько я помню. В общем, может, детский садик, в котором он учился, остался цел. Кто его знает? Так. Ну, наверное, сюда нужно спускаться, да? Опаньки! А чё это тут такой длинный штык? Не надо, не надо! Нет. Вот дай я лучше, да? Дай лучше я. Потыкаю. Вот этим штыком. Это никакие сцены не гомосексуальности, ребят. Не обращайте внимания. Ну ладно. Захотел. Надоел штык, да? Так твою ж мать, что с тобой такое? Откуда ты взялся такой? Так твою ж мать! Не, я все-таки проткну. Так когда же ты закончишь? Как ты так воюешь? О, штык сломался. И по-моему, охранник тоже сломался. Вот, вся сила была в его штыку, понятно. Ну, так у мужчин бывает, да. Штык ломается и все. О, тут есть проход. Что ты, а с этой стороны проход или не проход? Значит, я иду правильным путем. Да, как говорил товарищ Ленин. Идите этим путем. Вот я им иду. Смотрим, куда меня приведет. Опаньки, что это за дырки какие-то непонятные. Так, а провел он меня к бамбуковой лестнице, по которой нужно вылезти вверх. Чтобы что? Чтобы, наверное, что-то хорошее увидеть. Но я так предполагаю. Да? А-а-а! Что со мной не так? Водичка. О, хорошо, что есть. Вода. И в Китае вода тоже вкусна. Полезли по этой бамбуковой лестнице. Кстати, никогда по ним не лазил. Интересно, насколько они вообще надежны. Опаньки! Неужели? Разбиваем стеклянную тару. Вот это да. Ну и что теперь? Теперь вниз, да, я так понял. Не-не-не-не, бамбуковая лестница, она ненадежная теперь. Опа. А что это тут такое? Каменное какое-то основание. О, ну сейчас придется много покататься. И еще раз кататься, да? Оп. Хорошо. Так, наверх мне не забраться пока. Опа! Значит, нужно двигаться сюда. По отвесным стенам. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Я чуть не упал. Уже переживал по этому поводу. Я прямо очень сильно переживал. Не поверите, просто как сильно переживал. Ну, давай. А как отцепиться? Да что ж... Индиана, выходи, выходи давай. Я же не хочу спускаться, я хочу. А почему вниз? Стоп. Ну. О, все. Хорошо. Оба. О, а что бы не пробить, да? Не-не-не, только в меня не надо тыкать этой штукой. Нет, нет. А, это же неприлично. Ох, аж два! Два, это очень неприлично. Так, у меня есть револьвер. Ребята, о, молодцы. Все живы? Так, что ж вы так хорошо деретесь? Кто вас учил? Научите меня, это мастер какой-то, да? Мини-дзидун, может быть, кто-нибудь такой? Это не сработает.
А можно на шесте это прыгать? Это, наверное, мы с обратной стороны оказались. Ну вот, знаете, как спортсмены на шесте можно ж прыгать? Или как стриптизерши, например. Так, ну давай туда. Оба! Подтянулись. Есть. Так, теперь нужно вот сюда наискосок. Оп! Хорошо. Главное не спешить, все будет хорошо. Штык у нас уже есть с собой. Если что, протянем кого надо. Так. Это не сработает. Снова дверь не работает. Да что ж в этом Китае проблемы с дверьми? Не, их нужно реально смазывать. Штык бросил. Ну и спрашивается, зачем я так им долго пользовался, чтобы потом просто взять и бросить. Взять с собой, но не получается. Опа, так, штык мой, давай, поехали. Да то что ж происходит, я ж пытаюсь тебе помочь, тебе будет хорошо. Бросьте, арбалет. Да что ты с арбалетом, ты вообще должен этим не заниматься, одумайся. О, арбалет хочу взять. Стоп, ребятки. Давайте подождем немножко, а? Да не бегай за мной! Не бегай за мной! Я не хочу, чтобы ты за мной бегал! Нет, не надо! Одумайтесь! О, вот так правильно! Да, ау! А я минус один, все, у меня больше нету оружия. Мне китайский арбалет не нравится, только. Да когда же вы ляжете? Что это были за непонятные размонцовки? Ау. Водички, чё-то в горле пересохло. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. А так вот, на. Не ожидал, да? С ноги заехал. Не, так эти китайцы, они действительно, оказывается, дерутся очень хорошо. Все? Стоишь больше? Отлично. Кто так учил драться, мастер? Сунь-высунь, наверное. Это не сработает. Это точно его техника, я узнаю. О, бухло. Хоть у китайцев есть свежая вода, да? Вот они понимают, что нужна свежая вода, да? Не то, что фашисты. Долбаный шнапс пьют. Так, ломайся, так. Ну, здесь пока один. Что, это улучшенная фляга, типа? А так она же у меня раньше вроде была. Почему ее вернули снова эту? Кто-то может мне объяснить? Так, давай посмотрим, что у нас тут. Еще один чувак. Тише. Штык, вы не надо! Не суй мне штык! Их двое! Нет, два со штыками, это уже чересчур. Подождите. А давайте вот это вбухнем. Что это такое? Фанта, наверное, да? Не тормози, сникерсни или что-то типа того. Да не бегай за мной, я хочу тебя... Так как же ж ты? Надоело. Мимо, да? Понятно. Ау. Вот это они крутят, конечно. Давай, штык на штык. У кого длиннее? Будем меряться, да? На тебе. Все? Отлично. Штык чужого чувака уже сломался, а вот этот еще нормально. Работает. Это не сработает. Нет. Так, бухнем. Хорошо. У меня же вроде уже была вот эта фляга с увеличенным дальностью действия. Давай теперь вот это копье. О! Ага, это отсюда не выходили, понятно. Здесь есть какие-то секретики? Нет, не вижу.
Ну что, спускаемся вниз, значит. Опа, та-да-т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 а. Блин, когда-то я пройду Звездные войны. Серьезно. Еще раз. Рыцаря джедая. Опа! А я тыкаю дальше. Давай. Ау, 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 не, ну вот эти раскрутки не надо. Зачем ты раскрутки делаешь? Мы же ж кто дальше тыкает. Ау! На. Да, ау, 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 да, да больно ж, больно ж, ребята. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хорошо, хоть водички источник есть рядом, да? Ау, вот это был, как, конечно, супер эффект. Он явно изучал Камасутру или это Дао любви, потому что, ну, вот так штыком своим орудовать. Я не умею такого, это серьезно. Ау, ногами не бейте, нет, это унижение. Стоп, 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 водичка, водичка. Опа, скинули штык. Отлично. Все, опа, ау. Что это за руками он так машет, интересно? Все, без штыка ты уже не тот, да? Все, ты уже не торт без штыка. Оба. Давай сюда. А, кстати, водичку нужно снова набрать. Потому что, ну, как-то... Она мне помогает. Если бы не была водичка, я бы уже... У меня горло бы пересохло. Мне пришлось бы пить швепс или шнапс. Чудесно. Так. Пошли дальше. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Опа. Как идти по-китайски? Я не знаю, кстати. Я знаю разные предметы, как называются по-китайски, там объекты. Что-то такое. Это не сработает. Там идти, сидеть, стоять, этого я не знаю. Не, как стоять, я знаю. Рицу. Опа! Опа! Отберу теперь твой штык. В Дао любви было такое, как забрать чужой штык. И орудовать двумя сразу, да? Вот так вот, хорошо. Блин, я не. Вот чем не думал, что буду здесь заниматься, так это орудовать копьем. Все, он сам упал. Он подумал, такой думает, ну да нафиг его надо, да. Опа, водопад. Знаете, это, наверное, китайский Форт Бояр. Тун-т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 ун. Ау, сзаду подкрался незаметно. Ну хорошо, хоть не штыком. Ау, ау, ау. Вот любят они, кстати, вот эту лесенку делать. Ну, блин. Знаете, китайские штыки, они ненадежные. Вот я смотрю, очень быстро ломаются. Это как арабские сабли. Так. Все. Завалил, хорошо. Идем дальше вниз. Тут есть какой-то карниз. Но зачем мне идти на карниз? О! Стрелы для арбалета. Очень хорошо. Метательный ножик. Еще один, да? Ау. Метательный ножик. Так, попробуем метнуть. Кстати, их не получается это хорошо метнуть. Еще один метательный ножик. Вау! На! Да ты смотри, я даже в него бросил и все равно не попал. Есть. Теперь штык мой и продолжаем Дао любви. Неприличные позы. А, он забрал свой штык назад. Нет. Такое в Дао любви описано. Для этого нужно... Знаете, что сделать? Любящие объятия. Прием любящие объятия. Если кто-то завладел своим штыком, и он снова готов к бою, то только любящие объятия помогут. Ау. Штык на штык. Ой, не-не-не-не-не! Я знаю, чем это закончится.
Не хочу я этого. Я против. Опа! Все, любящие объятия, давай. Обнимашечки. Ладно, ну не получилось, извини. Ну? И потом по мордасу. Любящие объятия заканчиваются всегда ударом по мордасу. Видите, сколько воды пью? Потому что многие на самом деле испытывают обезбоживание и даже этого не знают. Так. Подожди, у него же два выстрела, я точно знаю. А чё, он двойной выстрел вроде должен делать. Тут что-то есть? Ничего нету. Ага, ну, а, рычаг непонятный, давай нажмем. Это что означает, что вода типа перестала литься? Наверное, да. Ага, ну, все легко, ясно. Со своим гибким шлангом Диана Джонс должен перепрыгнуть вот это все. Ое, прошли. Ну, теперь будет полегче. Я бы хотел бы вот этот барабан большой ударить. Или блюдце. Металлическое. О, снова Индиана Джонс мокрые штанишки, да? Но мы никому не скажем. Тринадцать арбалетных стрел. Ну и чё? Это типа мы с ним должны сражаться? Чувак! Вставай! Интересно, сколько тебе выстрелов надо? Нормально? Все еще жив? Ну ты смотри. Хорош, однако. Ладно. Так, мне кажется, в гонг можно бить, значит, да? Понятно. Нет, только не это, только не два чувака с копьем снова. Ау! Одно копье теперь у меня. Все, давай, копье на копье. Отлично. Оба. Хорошо. Так, одно копье сломали. Ох, 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 он уворачивается. Откуда ты знал? Этот что-то больше знает, да, о любви. Он, похоже, прочитал дальше первой странички. И кроме картинок еще что-то узнал, да? Ау, оу, с ноги, с разворота, да? Обнимашка. Это не сработает. Да что ты? О, искусство бонзай. Еще один сзаду незаметно подкрался. Откуда ж ты знаешь такие приемы? Кстати, может проходить мини-ниндзи? Вот этот эпизод мне напомнил. Прикольная игрушка мини-ниндзя. Не надо подходить. Держи дистанцию. Самое главное держать дистанцию. У нас сейчас коронавирус, да, знаешь это все. Ау, ау, ау. И говорят, что коронавирус передается через удары кулаком. А копье наоборот, удары копьем, они лечат. Ну что ж, ты мне дал, теперь мне надо передать. Это я помню. Ай-я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 й. Вода? Во? Он по меньшему радиусу двигается, да? Все? Готов. Чё, где-то арбалетчик? Да? Откуда вы беретесь все? Мерзавцы. Давай я теперь. Ау! Ау, хорошо. Понял. Деремся вручную. Та-та! Ох, уж хороший арбалетчик! Зря я у него забрал арбалет. Лучше бы оставался с арбалетом. Ау!
Да ладно, откуда ты такой мощный? Стоп, я хочу на... Нет, я не хочу с тобой сталкиваться так. О, передохнул, все. Извини, честная драка не получится, а то ты как-то хорошо дерешься. Этот самый мастер высунь очень хорошо тебя научил. А вода есть где-то? Ох ты, с налета. Да? Ау, ау, не-не-не-не-не-не-не, аптека, аптека. Аптека есть? Аптеки нету. Аптеки нету. Да ладно. Оба. Кажется, это было больно. Ау. А их много здесь. Индиана Джонс, мокрые штанишки. Ну что ж, значит, буду использовать до конца свой арбалет. Да я понял, что тут есть чувак. Да твою мать, я два раза прямо промазал. Вот теперь давай своим штыком посмотрим, кто кого. Колем, колем. На самом деле это очень изнурительная работа, если бы вы знали, насколько... Ау! Ты только у меня... Твой штык сломался, так сразу... Ты... Так как же что ты... Так... О, хорошо. Нет! Нет, не надо! Не надо! Одумайся! Ах ты мерзавец! Вот же ж мудак, а. Вызвал такие подкрепления, да? Сколько ты еще будешь вставать? Все? А можно я ударю? Нет, нет, мне нельзя. То есть им можно, а мне нельзя, да? И как это? Это бесчеловечно, я считаю. Отлично. А-а-а! Не-не-не! Так как? Ау! Я даже со штыком ничего не могу с ним сделать. Все, так и стой. Не, все-таки штыки неплохие, они действительно позволяют держать дистанцию. Какие же комбо они раздают? Все, не встал, хорошо. Здесь. О, стрелы к арбалету, метательный ножик, очень хорошо. Бум. Взрывчатка. Еще стрелы. Какой-то напиток. О, зелье здоровья. Полный. Это значит, мне надо тратить арбалет. Хорошо, я понял. 20 выстрелов на арбалет. Где-то здесь еще должен быть чувак, да? Ты немножко упал, чувачок. О, вода! Вот-вот, китайцы, они понимают толк в воде, да? Абсолютно понимают. Сколько было времени-то немцы ничего не пили. Вот поэтому они и проиграли, потому что обезвоживание было. Откуда ты взял копье? Ты же упал без копья. Ау! Да нет, не надо, не надо. Хером по лбу. Вы знаете, да, что вот копье по-китайски называется хер. И хером по лбу это на самом деле... китайское выражение. Мистер, вернее, мастер похуй. Он учил вот пользоваться хером. Отлично. Надо брать уроки чаще у китайских мастеров. Да откуда же вы беретесь? До свидания.
Я знаю, что многие это смотрели. Кстати, кто смотрел кино Ип Ман? Я все три части смотрел, очень понравилось. И какие еще китайские кино, может, вы смотрели? Напишите. Не знаю. Да, а для тех, кто не знает, я напоминаю, что у нас продолжается акция, связанная с тем, что если вы смотрите 15 эпизодов обучающих игр у меня на канале, любую, на ваше усмотрение, какие вы хотите, можете с двойным ускорением смотреть, но там комментарии, понятно, что вы посмотрели, да, что ясно стало, что вы посмотрели, действительно, не просто так. А, теперь меня поймали на этом, да? Ну ничего, сейчас я отберу у тебя арбалет. Он даже шапку сбил, да, с арбалетом. Как хорошо попадает. А что у меня с оружием? Один из 19. Или они бесконечно здесь появляются? Я по гонгу не могу ударить. Никак, я бы хотел бы. Гонг, кстати, он так по-китайски называется или нет? Это не сработает. Понятно. Это не сработает. В общем, мне надо там сбоку заходить. Это ясно. А это что у нас? Подожди, какая-то книжечка. О! Слава и деньги. Я к вам иду. Мраморная стела Кина, даже чисто случайно заметил. Так, ножичек нету. Кстати, гранату мою любовь забрали у меня. Сволочи, я ее верну себе. Есть. Снова арбалет действия. И полезли наверх. Поэтому на свое усмотрение смотрите. Мне там начали говорить, что да, обучающие игры неинтересные, не скучные. И я понял, что на самом деле у людей очень много предрассудков, связанных с играми. Реально очень много. Потому что есть реально классные, вот допустим, те же печать мертвецов. Там, где печатать нужно. Они повеселее, чем, ну даже повеселее, чем Индиана Джонс. Скажу так. Вот, и говорит, что оно не весело. Ну, как-то странно. Поэтому это предрассудки. К сожалению, у многих они есть. Что, выше нужно? Ау! А там еще и по программированию, по физике, по химии. Ну, ладно, я согласен, там есть скучные, есть. Не спорю. Есть такие. Но есть и очень интересные. Так, что у нас выше? А что, сюда нельзя забраться? Нет, походу нельзя. Я думаю, и сюда сбоку нельзя. Да, вообще туда пройти нельзя, там стена. Ау! Аккуратно. Так, у меня тоже есть арбалет, давай. Сравним. Чувак, как ты? Он, в общем, суициднулся. Впервые вижу такое среди китайцев. Обычно этим увлекались японцы. О! Снова нужно гибкий шланг использовать. Опа! Где мой арбалет? А, кстати, где взрывчатку-то использовать? Потом мне ее дали, а где использовать, непонятно. Нормально. Давай, вставай, вылазь. Забавно. Очень забавно. Все. Поднял ручки и сдался. Ну вот так вот надо бить. Ну, арбалет немного перезарядить надо было бы. И сюда как-то попробовать вылезти. Ну, должно же быть тут что-то, или нет?
Ага, внизу снова охранник появился. Не, ну мне же не сюда. Точно не сюда. А куда? А там не пробраться. Или надо... Ага, наверное, надо подняться и запрыгнуть с той штуки. Не зря же ее поставили. Опа! Нет, не получилось. Еще раз. Опа! Есть. Да. Да, так и надо. А вот и место для взрывчатки. Сейчас будет бум. Хорошо, что за стенками взрыв за стенки не проникает. О, все. До следующего эпизода. Товарищи, зайден, пенгеумен. Только революция, только победа. Мы раскопаем все гробницы и разрушим все архитектурные ценности. Ведь мы с вами вместе.